Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. В Украине отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации. 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся многотысячный митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. В столкновениях погибли 2 человека, несколько десятков получили ранения. После оккупации Крыма российская власть начала уголовное преследование по так называемому делу 26 февраля крымских татар Ахтема Чигоза, Али Асанова, Мустафу Дегерминджи и еще 5 активистов. Три человека пропали без вести за 4 года российской оккупации Крыма. Большинство из них – крымские татары. 6 пропавших нашли мертвыми. Судьба 16 неизвестна. По данным организации «Крымсос», в 36 случаях выявлены факты, указывающие на причастность к этим преступлениям российских спецслужб. Каждый месяц активисты выходят под посольство России с требованием прекратить преследование на полуострове и освободить политзаключенных. Этому может способствовать принятие европейскими странами списка Магнитского, считают в Крымсос. Такое законодательство принято уже в Эстонии, в Литве, в ряде других стран. Сейчас, к примеру, в Норвегии готовится такое законодательство. Что оно означает? Что, к примеру, если нарушитель прав человека из Крыма приехал в эту страну европейскую, где это законодательство принято, его должны согласно этому законодательству задержать и судить, и начать расследование относительно этого человека. Освободить украинских политузников Кремля. Такое требование содержится в проекте постановления Верховной Рады. В документе также зафиксированы имена всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на международном форуме в Киеве, посвященном годовщине аннексии Крыма. Она отметила, проект постановления будет проголосован в Раде на этой неделе. Также депутаты намерены принять обращение к парламентам других стран не признавать выборы президента России в Крыму. Уже зарегистрировано в Раде постановление, которое является обращением к парламентам мира не признавать то, что происходит сегодня в Крыму и называется выборами. Потому что это очень опасный путь. Если сейчас в Крыму не дать по рукам Путину, он захочет еще где-то выборы провести. Россияне есть по всему миру. Очень большие диаспоры, начиная с Европейского Союза до США. Не исключено, что завтра и там захотят провести выборы, защищая русскоязычное население. Это нужно всем вместе остановить. Цикл истории об освобожденных героях, бывших заложниках боевиков на этой неделе в выпусках новостей UETV. Сегодня расскажем об Александре Калине, киевлянине, военнослужащем батальона территориальной обороны «Горынь». Боевики захватили его в районе Луганского, Донецкой области. В застенках у террористов Александр Калин пробыл почти 2,5 года. О возвращении украинского воина на свободу в материале Андрея Яковина. Мы вышли на позицию. Рота стояла на окраине села, а позиции были километров за километр или полтора впереди. Там были окопы. У нас в окопе было 4 человека. Около полудня 13 сентября 2015 года 4 бойцов батальона территориальной обороны «Горынь» заняли позиции неподалеку от села Луганское в Донецкой области. Начался бой. Под прикрытием минометного обстрела диверсионно-разведывательная группа боевиков приблизилась к позициям украинских защитников. На тот момент 3 украинцев получили ранения. В живых остался только я. Я вышел с окопа после того, как они сказали, что будут бросать гранаты. И он сказал, я стрелять не буду. Я у него переспросил, действительно не будешь? Он сказал, даю слово офицера российской армии. Тот день Александр Калин называет самым черным в своей жизни. Они мне когда спросили, какое-нибудь там пожелание, я попросил только, чтобы, если что, тело передали на Украину. В этот же день боевики провели первый допрос. Первое, что он мне сказал, он меня спросил, курить ты будешь? Я, конечно, от неожиданности молчал.
Он спросил, типа, ты что, оглох или онемел? Я говорю, да не, я говорю, не ожидал услышать украинский язык. Он говорит, так я родом с Ровенской области. Здесь, типа, живу давно и защищаю свою родину от укрофашистов. Я сказал, что я, в принципе, это моя родина, и приехал я защищать свою родину от сепаратистов и русских оккупантов. Ну, правда. Потом я себя неуважно чувствовал после этого, но сказать сказал все равно. Боевики удерживали Александра в заложниках 2 года и 3,5 месяца. Треть срока он просидел в переполненном подвале. Комнаты архива СБУ в подвале, там железные стеллажи с железными полками. Между полками расстояние как раз вот так локоть вмещается. Вот отсюда сюда. Вот на этих полках мы и спали. У нас тогда было где-то человек 30 чем-то, наверное. Ну, до меня говорят, что было и по 50, и по 80 человек в камере, и до 100 человек. Однажды Александру удалось договориться с конвоиром о звонке домой. Я позвонил, жена плакать начала. Сказал, чтобы не плакала, пока я еще жил. Все нормально. Надеюсь, что буду дома когда-нибудь. Обмен заложниками состоялся на линии разграничения в районе Майорска. 4 часа мы сидели, нервничали, ждали. Ну, мы уже думали, что нас повезут обратно. Ну, потом все-таки поменяли. Друзі, сьогодні знаменитий день. Задля таких... Освобожденных в Киеве встречали всей страной. Всех освобожденных отправили на лечение. Во время новогодних праздников волонтеры организовали для них поход в кинотеатр на просмотр фильма «Киборги» о защитниках Донецкого аэропорта. Что, киборги? Слава Украине! Мне его тяжело было смотреть. Ну, если бы я там не был в армии, я бы и не так тяжело, а так, в принципе, после того... Да еще после плена тяжело смотреть. Но фильм хороший, конечно. Спасибо киборам, да? Еще несколько минут назад актер и режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сейтаблаев был на сцене театра. После спектакля торопится на встречу с Александром Калиным. Добрый вечер. Вы Александр? Саша, да. Дуже приятно. Мені також. Присаживайтесь. Нет, це не тато. Мама вдома? Покличіть, будь ласка. З одного боку, це... Як, ну, данина. С одной стороны, это как дань благодарности тем, кто воевал, воюет и защищает. С другой стороны, что я могу рассказать добровольцам, военным? Ну, пацаны, которые со мной смотрели, некоторые выходили даже посреди фильма. Тому мы решили, что мы фильм будем снимать. Поэтому мы решили, что будем снимать фильм для гражданских. Для тех, кто почти ничего не знает о войне или хочет понять, что собственно болит, на что надеются, о чем мечтают, о чем разговаривают друг с другом люди там, на передовой. У Ахтема и Александра много общего. Возраст. У обоих по 2 детей, одинаковые цели в жизни. Каждый из них сделал все для того, чтобы Украина оставалась свободной и независимой. Дякую вам. Спасибо. Дуже приємно. Для мене честь. Дякую. Дякую. Бережіть вас. Всевишній, дякую. Спасибо. Андрій Яковін, Дмитрій Гришко і Олександр Бугай. UATV. Президентский законопроект об антикоррупционном суде могут включить в повестку дня Верховной Рады на этой неделе. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий. Он отметил, принятие закона об антикоррупционном суде важно для налаживания отношений со стратегическими партнерами. Считаю принципиально важным для Верховной Рады Украины принять завтра решение о включении закона об антикоррупционном суде в повестку дня сессии, чтобы его безотлагательно смог рассмотреть комитет и чтобы мы перешли к его рассмотрению в первом чтении. Напомню, президентский законопроект об антикоррупционном суде подан в парламент 22 декабря прошлого года. Его создание завершит формирование антикоррупционных органов наряду с Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой.
Еще больше информации найдете на наших страницах в соцсетях и на сайте канала UATV.UA. Через 2 часа следующий выпуск новостей. Оставайтесь вместе с UATV. Спасибо, что вам интересна Украина.